Всем доброе утречко. Мы опять на даче. Приехали на дачу. Погода замечательная. Сегодня обещают 28 градусов. Небо, ну, в облачках. Но солнышко светит. Птички поют, жабы квакают. Короче, сейчас включила чайник. Будем колотить кофе. И будем заниматься делами. Вика с папой уехали за ДСП. Будут потом бабушке Оксане, маме Оксане, подбивать потолок в беседке. Надо там подбить. И с профиля еще будет Саша варить. Купит еще профиль. И будет варить как? Основу или каркас для винограда будущего. Надо там переделать, так как уже все там старенькое, все там скоро рухнет. Вот. Так что колотим, мальчики, девочки, кофе, бодримся, улыбаемся и идем делать дела. Викуся с папой приехали недавно. Ездили в город, Оскар, покупали. Чё тебя папа с собой не берет? А? Бабушке Оксане. Что там? Я забыла. ОСП? ДСП. А, ДСП. Или вы. Да хай бежит, хай бежит тоже. Можно, да, туда к папе? Да я не знаю, можно к папе или нет. Можно тебе Оскара? А? До рассады лишь бы не бил. Оскар. Ага, лишь бы... Точно, что по рассаде там не побегал. А он побегает. У тебя вода где сейчас папа? Остынет. Дуся собралась голову мыть. Где папа? Ищи папу. Сейчас найдем папу. Что за меня? Где папа? Да я вижу его. Что ты мне вот это? Ну да, папа наш ворует. Я же сказала, немножко лука. Так тут желтого знаешь сколько? Саша. На 3 дня. Ну то много на 3 дня. Значит, буду тебе этот во все эти пхать. Во все блюда. Попробуй, только не поешь. У мамы уже огурчики вот выросли какие. Рядок. Тут картошечка. Ну отошла картошка после заморозков. Немножко стала отходить петрушечка. Малинка тут вот растет. Ой, чуть не поехала на мокром. Представляете? Наверное, купаться сейчас пойдет. Ага. Ничего у вас, что у вас там? Ты ж не закрыл двери. Бабушка тут пруд чистит каждый день почти. Да, вот. Что с него вылавливает? Конечно, тут позарастало, как бы эти камыши, вот эти все, их вычистить бы. Только тут страшно ходить. Ну да, бабушка говорила, что тут ужи ползают, плавают, да? Я снова в них делаю. А что ты там смотрел, Александр? Так там все страшно. Вот, побежали! И там все заросло, все затянуло воду, вообще не видно почти. Сейчас покажу. Тут мы с мамой вчера вот эту кучу полили. И вот эту надо спалить еще. Так что и тут заросло все, надо будет косить все, вырывать, вычищать. И тут вода вся... Я не знаю, как это, ну, как это называется. Короче, в гадости какой-то. В зеленой. Вы же так тихо, спокойно, хорошо так вообще. Птички поют. Слава богу, что лягушки не квакают. Тишина стоит. Боже, а вот это крапивы сколько выросло. Вот это. Ой, кошмар. И ивушки красивые. Папины.
Так, ладно, надо текать, пока клещей не нахваталось. А то клещей сейчас нахватаюсь, я привезу домой и потом буду орать. Оскар, пошли. Ля, коровка стоит, пасется. Пошли, пошли домой. Пошли домой, пойдем. Не идет. Пошли. Давай, давай, пошли. Оскар, ко мне. Идет, идет, только потихоньку ж идет, а? Идти не хочется туда, да? Кабачок. А попастись. Травы нажраться, а потом рыгать. А покупаться, да. Бежим. Побежали. Кто там? Кто пришел? Кто пришел? Пошли смотреть. Бежим. Пошли. Поломанная удочка. Отстой, что? Я откуда знаю? Пошли. Бежим. Ой, как хорошо. Тепленько, хорошо так. Да, Александр? Так тихо, спокойно. Птички поют. Оскар, пошли со мной. Неужели мы дождались лета почти? Не, лето еще не дождались. Ну, почти. Немножко осталось. Для меня уже как лето, потому что когда тепло и жарко, уже лето. Это абрикосы и в этом году, да? А я не знаю. Нет, по-моему, что-то было и там. Есть абрикосы, но она, видишь, вся ночная. Ну да. Вроде бы и не старое дерево. Хотя, не знаю даже. Ты еще будешь этот дочистить? Кого, плед? Ну, чуть-чуть дочищу. Не, я просто спрашиваю, тебя не гони никуда. Это земляника, да? Александр уже просто домой хочет. А? А тут чем тут домой хочет? Да, это земляника, да. Вот, смотрите, у нас, ну, у мамы земляника. Да. Ну, почему-то ягод... Я никогда не видела. Вот сколько она цветет, эта земляника, и ягод ни разу не видела вообще. Что он поймал этот скворец? Червя катишь? Наверное. Тебя. Что-то ест. Это, а по-моему, только, червяк. А бы только не мамкины. Да нет. Почему так мало картошки? Думала, на картошки насажала. Ну да, как-то не сильно много в этом году посадила мама. Так, пошла я, короче, дочищать плед. Угу. И будем собираться домой уже. Да, догоню сейчас. Это. Я хочу пионов еще нарезать. Я в моей мамке нарежу. В моей мамке 2 штуки всего. Ну да. Ты не против? Мы же тебе цветы выкинем, что уже дома стоит. Ну да. Страшно. Пипец, у меня глаза слепаются. Я не могу хоть спать. Я на кресле сел, думаю, сейчас, наверное, закрою и вырублюсь. Что значит остановился, ничего не делаешь, ходишь, думаешь? Переживает, представляете, за цветы. Чтобы у меня дома всегда цветы стояли. Ну как его можно не любить, а? Чуть сетку не купил в магазине мамки. Чего? Зачем, то есть? Какую? Ну ага, забор куда-нибудь. Ага. Все, покупался? Молодец. Ты выкупался? Конечно. Оскар у нас опять покупался. Он счастливый. Все. Мокрый. Боже. Довольный. Ага. Играться теперь хочется. Попил. И попил. И не попил. Так. По земле будет. Ты его этот, он сейчас побежит, Саш, по грязюке. Так он и так побежит. Я тут чуть, конечно, не проехалась, а не растянулась на шпагат. Ой, а как не хочется... Ну, как бы и хочется, и не хочется уже домой ехать. Тут целый день на свежем воздухе, так хорошо. Дышишь. Конечно, когда пасмурно и холодно, то, конечно, хочется дома сидеть. А когда такая погода, хочется, конечно, и на качельке покататься. А времени нету. Кукла, ты чего? Ну, перестань, ты чего гавкаешь? Не надо гавкать. Все, все. Любовь. Вот. Пошли. Все. Побежала. Дети у нас опять тут остаются, как всегда.
Сегодня настирала кроссовки. Ну что, стираю машинки стиральные. А люди боятся. Не знаю почему. Говорят, разлезятся. Нифига они не разлезятся. Не разлазятся, короче. Все нормально с этими кроссовками. А то мне прям рассказывают, что они... Все, не соберешь их до кучи. Ой, да, хорошо, так хорошо. Передавали сегодня дождь. Ну, дождя так и не было. Небо чистое почти было. Ну, немножко вот так тучки были вот такие. Вот. Боже, у нас по улице иногда собаки воют. И как-то, конечно, иногда страшновато, когда собаки воют. А она воет всего лишь от того, что она скучает просто. Сама живет, хозяев нету в доме. Приходят, тут укормят ее и все. И она от этого воет. Да я бы тоже завыла, конечно. Никто не погладит, никто не поиграется, не пожалеет. Жалко таких собачек, конечно. Так, ну все, буду дальше заниматься, потом собираться и будем ехать домой.